Малыши под присмотром. В Перми открылась комната кратковременного наблюдения за детьми. Это один из проектов пермской некоммерческой организации «Территория семьи». Телевизионная служба новостей не раз рассказывала, как общественники помогают семьям в сложных жизненных ситуациях. В группе специалисты по социальной работе будут присматривать за воспитанниками в то время, когда их мамы смогут искать работу, проходить медобследование или делать дома ремонт. В связи с тем, что мне негде жить, я как сирота должна была получить жилье. Как полгода получается, уже мечусь между квартирами. Тут все прошло, просто как бы жду звонка, чтобы ехать смотреть квартиру. Первое знакомство. Виктория привела в детскую комнату 4-летнюю дочку. Многодетная мама рассказывает, в силу сложившихся обстоятельств ее семья осталась практически без жилья. Много времени уходит на хождение по различным инстанциям. А здесь за ребенком надежный присмотр и все необходимое для игры. У меня мальчик, он как бы вот любит технику, он катается. Ну, с девочкой, конечно, посложнее, потому что она маленькая. Но вот куклы современные, все коляски. Кухня. То есть игрушки современные, то интересны детям. Они остаются с удовольствием. Причины обращения за помощью к специалисту могут быть разные. Поиск работы, прохождение собеседования, постановка на учет в центр занятости, оформление социальных выплат, посещение врача. Кратковременный присмотр за детьми оградит матерей от вынужденного оставления малыша в небезопасных условиях. Сейчас мы еще открываем продленку, то есть это будет для первых и третьих классов. Сейчас до 5, то есть мы будем помогать в выполнении домашнего задания, будем присматривать за ними, чтобы родители тоже не переживали, что делают их дети, пока они на работе. Проводить развивающие игры, развивающие мастер-классы, лепка, рисование, аппликация. Детская комната работает по адресу Елькина, 45, по понедельникам и четвергам в дневное время. Оставить ребенка можно максимум на 4 часа, но по предварительной договоренности с благотворительным центром. Адрес и телефон можно найти в группе ВКонтакте «Территория семьи». Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.